Всем привет, ребята, с вами Элина, и сегодня я крашу. Сейчас лето. Вот они. И это еще не все. А вот теперь что? Так, смотрите, как я сегодня палеточкой буду краситься. Забыла сказать. Мам, спонжик принеси! Берем спонжиком. Спонжик. Вот он, спонжик. Наконец-то притащили этот спонжик. Ты спонжик? Ну, да, твое время. Я лучше вот этот старый. Да, далее. Там лайк, там лайк. С фонариком. Готово. А дальше? Зеленичка. Так, кончили с зеленичкой. Дальше пудрочка. Такая пудрочка. Держите, чтобы не сделали. Как ты на них наносишь, то я уже его нолики говорю. Прям делаешь вот этой фанечкой. Я тут уже еще в том ролике говорила. Ну все, с пудрочкой мы тоже покрутили. Ну да, кстати, я мою самую любимую. Дальше блёдки. Это тоже мою самая любимая. Потом ставлю блёдки. И все. Блять, не скучно, блестящий. Блестящий спонж. Блестящая рука. Блестящая рукачка. Дальше румяна. Румяна. После ролика опять придется мыть. Мы не знаем зачем. И вымываю. Ну ладно. Вот так и надо. Не знаю зачем. Так. Мы еще не закончили.
готово. Готово. Поварка тоже. Ну а теперь как вы думаете? Что за карандашки? Что за карандашки? Как вы думаете? Эти волшебные. И вот это фиолет. Давай. Как он сливается с кроватью. Если вот так вот его закопать в шею, его вообще не видно. Вот так вот его вообще не видно. Вот он. И я еще ни разу не пользовалась. Ну, готово. Уйди, штука ты неподавная. Какой бы выбрать цвет? Я хочу выбрать такой какой-нибудь красивый цвет. Легкий, вкусный. А сильный парень. Вот такие вкусные тени. Я вам говорю, попробуйте, тени очень вкусные. Надо чуть-чуть попробовать. Я так попробовала. Ну, в следующем ролике я буду делать смешной макияж. Он уже смешной получился. Но...